27 мая, РИА Новости. Ученым из США удалось добыть в Антарктиде образец ледяного керна, который может содержать информацию о миллионах лет истории Земли, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters. Недавно команда ученых из Принстонского университета нашла обломки льда возрастом в 2,7 миллиона лет, но не смогла обнаружить их происхождение. Затем исследователи из Университета Вашингтона привезли радары, проникающие в лед, и смогли найти область, которая по характеристикам идеально совпадала с обломками льда, обнаруженными Принстонской командой. Сейчас ученые получают разрешение на бурение в этой точке. Если их предположения окажутся верными, то они смогут изучить ледяной керн, в котором содержатся данные о миллионах лет истории Земли. Благодаря этим данным у ученых появится возможность разгадать многие тайны истории. Одна из них – каким образом примерно миллион лет назад Земля сумела увеличить паузу между ледниковыми периодами, которые теперь происходят каждые 100 тысяч лет вместо 41 тысячи лет. Ледяные керны – длинные вертикальные образцы ледников, в которых хранится информация о времени формирования ледника. Иногда они могут содержать данные о глубокой древности. Ранее наиболее крупный ледяной керн находился под куполом Це на антарктическом плато, будучи 3270 метров в длину. Он содержит около 800 тысяч лет истории Земли.